Всем привет, с вами канал Tiger Outplay. Мы продолжаем играть Horizon Zero Dawn. Так что нас скоро ждет. Скоро мы благословим инициацию. Но прежде воздадим честь гостям. Уже 2 года держится мир между нами и Канфа. Пришла пора наладить торговлю с Меридианом. Эти посланники прибыли к нам для укрепления мира. Мир? Какой мир? Выражение благодарности написано рукой короля солнца Амбата. Его светозарность... Закидайтесь вы! Люди Нор, подождите! Я Азирам, не Карха, так что скажу прямо. Прежний король солнца был редко мерзой. Правда? Этот изверг угонял людей из моего племени так же, как из вашего. Мою родную сестру угнали. Я ненавидел Карха. Но 13-й король убит. Уж 2 года как. Кто его убил? 14-й. Да. И не потому, что рвался к власти, а потому, что кто-то должен был положить конец этим злодействам. Да! Послание, которое привез медный жрец, это извинение. Из уст 14-го короля. Пожалуйста. Ну дайте ему сказать. Спасибо. Выражение благодарности. Написанное рукой короля солнца Аввада, его светозарности 14-го монарха. Он из гостей? Время Карха и Дима. Обнаружено неизвестное устройство? Это что такое? Пока ваши отпрыски. Как будто готовятся вступить на путь воинства, мы присоединяемся. На нем визор, такой же, как у меня. Я благодарен вам за то. Я впервые встречаю кого-то, у кого есть визор. Где ты его взял? Что? Откуда? У тебя это устройство. Это невозможно. Ваше племя боится древних руин. До смерти. С чего ты взял, что я боюсь? Ну... видимо, нет, раз шаришься в руинах Железного мира. Что с тобой? Извини. Просто сбой. Олин, уже с местными знакомишься? Я... сейчас приду. Стой! Нет, все потом. Идти надо. Нечем, я думал. Эй, у тебя такая же побрякушка, как у Олина. С каких пор они вошли в моду? Его зовут Олин? Кто он? И где он взял такую штуку? Да он обычный собиратель. Просто со связями. Ищет артефакты, а потом пропивает их. Или проигрывает. А побрякушка? Ну, откопал ее где-то. А потом нацепил это старье на голову. Не обижайся. Тебе она идет. Твоего друга чуть не закидали гнилыми фруктами, но ты всех угомонил. Ну да, сам этому удивился. Нора до сих пор злы на Карха из-за красных набегов. И неудивительно. Я первый раз вижу такие доспехи. Ты не видела броню авангарда? Сейчас познакомлю. Кольцевые замки, ударопрочные, настолько, что пилозуб подавится. Авангард – это лучшие воины Короля Солнца. Мы все душегубы и победители машин. Даже воительницу племени Нора можем завалить, если что. С таким грузом железа на плечах? Вряд ли. Да, как сказать. На мой взгляд, мы с тобой друг друга стоим. Я еще хочу спросить. Пожалуйста. Но, может, лучше мы с тобой поговорим после этого вашего благословения?
Я никогда не слышала про красные набеги. Что это? Твое племя воевало, и ты даже не слышала. Ты что, в пещере жила? Родители совсем из дома не выпускали. Я росла изгоем. Со мной не общались. Да, у Нора есть такой обычай. По-моему, это жестоко. Но ты ведь знаешь про помешательство машин, что они с каждым годом все опаснее. Безумный король решил принести много кровавых жертв, чтобы солнце усмирило машины. Не помогло. В поисках жертв Карха делали набеги на соседей и уводили людей, как мою сестру. Нора храбро сражались, но погибли многие. Сколько вопросов? Чем все кончилось? Сын безумного короля объединил повстанцев Карха и азирамских вольных бойцов. И мы совершили невозможное. Захватили Меридиан и убили короля. Теперь правит его сын, и жить стало намного лучше. Ават навсегда отменил рабство и жертвоприношение. Теперь племена в Меридиане рады всем гостям, даже изгоям Нора. Тебе надо там побывать. Твою сестру забрали и принесли в жертву. Это ужасно. Забрали, да. Но дальше она им устроила. Мою Эрзу не так просто прирезать. Она сбежала, и теперь она мой капитан. Капитан всего авангарда. Сам король солнца восхищается. Как она спаслась? Это целая история, но долго рассказывать. Может, в другой раз за стаканчиком? Или приходи в Меридиан, познакомишься с нею. Вы с ней поладите. Вы обе дамы прямые. Ты сказал, машины с каждым годом становятся опасней. Да, ты без меня это знаешь. Впервые слышу. О, извини, я просто думал, все это знают. Говорят, еще лет 15-20 назад машины не были такими злобными, как сейчас. При виде охотника они пугались и убегали. Так что охота была делом трудным, но не опасным. Если только не лезть им под ноги, конечно. А потом началось это помешательство, и все изменилось. Стоило охотнику пустить стрелу, и машина сама на него бросалась. Еще через пару лет машины начали атаковать сами. Путешествовать стало очень опасно. И больше того, начали появляться новые виды машин. Большие, свирепые и вооруженные. Как Пилозуб? Да, 10 лет назад он. Но через каждые пару лет объявляется новая тварь, еще страшнее. Нифига. Так из-за чего это все? Никто не знает. А машины тебе не расскажут. Если у Карха такая мрачная история, почему ты им служишь? Старый король был настоящий изверг. А новый хочет мира. Что в этом мрачного? И Карха не только воины, они и строители. Тот же Меридиан. Рядом с ним любой город, просто груда камней и палок. Кто такие Азирам? Это мое племя. Мы живем на северо-западе. Хорошо умеем три вещи. Делать сталь, варить брагу и спорить. А кто такие эти вольные? Можно сказать, мы были наемниками. Воевали за деньги. Но все-таки кому попало, не продавались. Ават не смог бы победить отца, если бы не наша помощь. А теперь некоторые из нас служат в его личном авангарде. Так, что-то я с тобой... хочу тебя спросить кое о чем. Спрашивай. Вопросы? Расскажи мне об Олине. Он такой интересный. Я начинаю ревновать. Ну, он шарит по руинам, выкапывает старье и сбывает его знати. Ориентируется неплохо. Вот поэтому он и возглавляет нашу экспедицию. Мы знакомы пару лет.
Он верный товарищ, любит семью, с ним можно выпить. Он мне по душе. А больше и сказать нечего. Все, давай. Мне что-то я с тобой заболтался. Своим. Да. Слушай, может, мне не стоит это говорить, но я вижу, тебе не место в этом захолустье. Ты же умная. Ты хороший боец, ну и вообще. Посмотри на себя. А ты о чем вообще? Ты знаешь о чем. Будешь в Меридиане, разыщи меня. Все расскажу, представлю кому надо. Сможешь начать новую жизнь. В общем, мне тоже пора на благословение. Ну, еще увидимся, да? Назойливый мудак. Свои яйки ко мне подкатывают. Гаденыш. Так, надо нам благословенить. О, у вас тут. Благословение, когда все займут свои места. Элой, становись вон туда, дитя. Молитвенный фонарь твой. Я его сделала. Нифига. Святотатство. Сестры, каждым из вас молитвенный фонарь, сделанный вашей матерью. Зажгите его в ее честь. Раста. За все, что он для меня сделал. Великая мать, услышь нашу молитву. Что есть дитя, как невоплощенная мечта матери? Маленький огонек, парящий над землей в дыхании ветра. Он будет плыть по небу, пока не угаснет и не упадет. Так, от одного к другому передаются узы. Нига. Фонарики. Так, что дальше? У меня есть к нему вопросы. Знаешь мое имя? А, Рен сказал. Объясни, почему ты так... Не люблю шумные сборища. Пойду лучше прилягу. Отвечай на мои вопросы. Ладно, не кипятись ты. Мне скрывать нечего. Впервые встречаю кого-то с визором. Где ты его нашел? В руинах, к северу от жилы. Так мы называем земли озера. Их земли... просто набиты железом. Стальные гиганты, погребенные в рыхлой почве. Пещеры, которые предтечи пробили в скалах. Заманчиво. Я нашла свой визор в такой же пещере. В руинах предтеч. Раз сама шаришься, и так все знаешь. Там и ищи свои ответы. Я при чем? Когда мы говорили, ты вздрогнул. Как будто от боли. Или от страха. Визор что-то показал? Ничего он не показывал, я же сказал. Просто сбой. Часто случается. Ты не умеешь врать. А ты всех подряд обвиняешь во вранье? Лишь тех, кто не говорит правду. Гнев и пламя. Я человек простой, мне скрывать нечего. Не веришь мне? Твои проблемы. Не мои. Что ты здесь делаешь? Зачем пришел к Нора? Ренду нужен был разведчик, а заодно собутыльник. Вот и все. Чтобы наш жрец не потерял. Когда все кончится, снова займусь своими руинами. Буду шарить там детали и продавать свои находки. Что-то он не договаривает, да? Я обычный человек.
Всем надо как-то кормиться. Я вот состою на службе при королевском дворе. И все. Когда мы говорили... Ничего он не под... Угу. Я не понимаю. Мы столько можем обсудить, а ты спешишь от меня отвязаться. Я просто не хочу тратить на тебя время. Друзей мне хватает. Я привыкла, что меня сторонятся. Думала, ты не такой. Ничего личного. Правда. Ты иди. Наслаждайся праздником. Завтра большой день. Не трать свое время впустую. Чё-то он головой так повертел. Конечно, Тирса надеется на победу изгоя. Да. А вот Лэнзер хочет, чтобы она проиграла. Кто там хочет, чтобы я проиграл? А, падла, я вас всех зарубил. Хотят, чтобы я проиграл такие, я не знаю. Все ненавидят меня, а почему, наверное, даже сами не знаю. Как стадо, блядь. Ой, хер на них. Что ты сказал? Иди спать, изгой, пусть тебе приснится победа. Только во сне такое и может быть. Ну, падла, блядь. А, так тут люди спят. А то при виде тебя подумала, тут выгребная яма. Ты? Тебя не должно здесь! Падла. Так, так. Смотрите, кого к нам занесло. Явилась безродная. У тебя до сих пор шрам от камня, который я в тебя кинул. Хороший сувенир на память. Ну и погонью же ты бываешь, Баст. Завязывай. Так, кому наврать? Мы видели, как ты болтаешь с чужаками. Неужели даже они не захотели тебя принять? Бля, ёбнуть его надо. Смотрите-ка, даже хотела одеться, как Нора. Свинья в медвежьей шкуре. С тобой у нас дружбы не выйдет. Да никто не станет водить дружбу с изгоем. В сердце матери тебе делать нечего. А уж на инициации тем более. Уже чуешь? Сам понял, что проиграешь. Я всю жизнь готовился к инициации. Я тебя не боюсь. Я ничего не боюсь. Правда? Что же ты тогда так кричишь? Я помню день, когда подарил тебе этот шрам. Так это было приятно. Да. А уж какое у тебя было лицо, когда я вышибла у тебя из руки камень. Но вот об этом ты наверняка никому не рассказываешь. Я наградил тебя позорным клеймом. Ты только сделал меня сильнее. Подожди. Сам увидишь. Ну да. Скучно с тобой. Все, Баст пошел спать. Такой это я чмо, тебя завтра блядь. Удивлю, дикарка. Не ты. Если возможность будет его там завалить. Вот бы удивил. Я его завалю там нахуй. Ту тварину. Хорошо, ты ему выдала. Теперь он заткнется. По крайней мере, до утра. Кажется, мы не знакомы. Я Элой. Да я знаю, кто ты. Соперница. Остальные-то, конечно, пройдут. Ну, как-то. Но победить можем только Баст, ты и я. Вала. Приятно познакомиться. И да, я намерена победить. Никогда не празднуй победу раньше времени, дитя. Мать всегда так говорит. А теперь ты извини, я ложусь спать. Надо же все-таки набраться сил, чтобы завтра тебя уделать. Ага. Твоя койка вон та. Ясно. Спасибо. Ладно. Как тебе в сердце матери? Довольна? Впервые спишь в доме Нора, тут все под одной крышей. Oh.
Удобство и развлечения. Вот что. Удобство — это неплохо. Удобство для слабых. Ты как моя мама. Если не понравится, ты всегда можешь уйти. Ну а пока отдыхай. Основное задание точно сердце матери. Что за испытание? На гору надо лезть. Готовьтесь! Что мне сделать, чтобы от тебя избавиться? Так. Разбился твой трофей, изгой. Придется раздобыть новый. Чё, вторую деталь? А у кого, блядь? Нашел, нет. Аля. Надо их догнать. Имитация. Я знаю, я бегу. Не торопитесь. Главное дойти до конца. Все дошли, кроме изгой. Где она? Она была за мной. А я думал, дойдет. Ты последняя. Можешь уже не спешить. Победит Баст или Вала, но воином ты станешь, если дойдешь. О, стой! Это старая тропа. Двое недавно погибли. Там опасно. Все же лучше быть последней, чем мертвой. Я смогу, давай. Воу-воу-воу-воу! Ты что, чокнутая? Убьешься ведь! И дальше не будет легче! Это же верная смерть! Да не мной это. Нас пути нет. Остановись. Вон они. Надо догонять. Колеса и обратно на гон идет! Я не вижу! Бак, это не Вала. Ну, давай! Я победю! Быстрее, шевелись!
Да иду я. Вперед, вперед! Ой, это старая тропа, она свернулась. Хорошо, я их догоняю. Смотрите, Изгой их догоняет. Как она туда забралась? Всё, Изгой не дошел. У меня лагало просто. Да. Ну вот я дошел, блядь. Хуя, как она умеет. Какую сторону, сюда бежать? Так, 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 оп. Я готовилась к этому с самого детства. Этого недостаточно. Все должно быть идеально. Бегу, бегу. Не паникуй, главное. Я уже почти его, блядь. Давай, давай, ты сможешь. Оп. Беги, беги, ты сможешь. Она не победила. Она жульничала. Изгой стал победителем? Нет. Она не изгой, а воин. Ты смогла? Как и вы все. Осталось возложить трофеи на алтарь. Но Элой, прежде изгнанная, а теперь воин, стала среди вас первой. Чё за хрень? Кто такие? Найди огонь, пока наши не подойдут. Надо уходить. Там выход. Но под огнем не добраться. Мертвые не стреляют. Отвлеки их, а я подберусь. Баст! Баст! Ты с нами? Я с вами! Yes, пошли! Давай! Приз повышен, держать победу. Новый очистка дали. Нам конец! Ты не сдержать! Да, великий маг, помоги! Да не мной ты, ёб... Убейте их! Да. Блядь, я горю. Светотатцев! Они сильны! Не отобьемся! Отобьемся, блядь! Всех перебил? Вперед! Быстрее бегите к тросу! О, нихера там идут. Давай, вали. Всех, чтоб никакой им пощады. Кто такие вообще, что-то я не понял. Что за хрень? Не сдавайтесь. Все равно расплох застанет. О нет, берегитесь. Их все больше. Сколько их? Что за ченегач? Куки, блядь. Давай, смахнемся. Давай.
Нифига с них ресурсы. Их не сдержать! Перебейте врагов, а где? Мать, помоги! Смерть захватчикам! Смерть захватчикам! Они сильны! Да не ной ты, блядь, сколько мне за это упал. Убейте их! Их много! Нам конец! Бля, вот эти нифига не дефят. Эффективно. Ну где, 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 да? Бля. На, паду. Всех перевели. Давайте, спускайтесь, пока можно. Почему они нас перевели? Кто так, что, я так не помню, кто такие вообще? Что за какое-то новое племя? Любовь. Нихуя он из пулемета фигачит. Я думал, он только луки. Ебать, всех перейдем. Сейчас рыжая сдохнет. А ну-ка, вперед! Охренеть, наших перебило там всех, блядь. Блять. Мина, есть что-нибудь? Давай, подойди сюда. Нихуя. Обыщите тело главаря. Что это такое, блядь? У них у всех эта хрень, да. А замочите его кто-нибудь. Обрати свой лик к солнцу, дитя. О, пришел. Старый ёп. Ёп.
блядь. Твою мать, всех перебили. Сожгите все, исполните долг. Повинуюсь. Охренеть. Держись. Только вроде все у него в жизни налажилось. Туда нельзя! Это кощунство! Она должна быть рядом с матерью. Фигня творится. Раст. Нет, 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 нет. Надо выбраться. Где мой визор? Нет. Чё, визор спёрли, блядь? Раст меня спас. Наверное, меня нашли и перевязали раны. Но почему тут никого нет? Где я? Что за хрень происходит? Так, тупик, блядь. В какой-то пещере нахожусь, не в этих. Моя одежда, хорошо. Но где мой визор? А, вот он. Внутри священной горы, но сюда же пускают только матриархов. Я не вижу тут своего лука и поврежденного визора, который сняла с того убийцы. Где они? Да, я отсюда пришел. Да. Надо еще поискать.
поймала какой-то сигнал. Похоже на те руины, куда я свалилась в детстве. Это не Нора строили. Это все создали предтечи. Но зачем? Чё за хрень вообще творится? Вот он. И остальные мои вещи. Где? Да, весело, блядь. Всем командирам приостановить раскопки и проследовать цели. Избегайте контактов с дикарями Нора. Если вас заметят, убейте свидетелей. Вот изображение цели. Не подведите. Какой цели? С чего ты взял, что я боюсь? Через визу Ролина. Как это возможно? Тогда быстрее. Я иду. Проводится опознание. Слушать теперь надо не Теда, а меня. Это ясно? А это откуда? И кто? Это не мама твоя, 94%. Идем со мной. Куда? Туда, где ты родилась, Элой. Чего? Хотите сказать, я родилась здесь, внутри горы? Проще будет показать. Так, ну, узнаем в следующей серии мы, где мы родились. Что за хрень вообще происходит. На этом я закончу. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего настроения, всем пока. Увидимся в следующей серии.